Ну что, ребята, всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем с вами проходить Мадагаскар 2, и это у нас на водопое, мы продолжаем все исследовать, посмотрим, куда нас занесет на этот раз. Мото-мото, здравствуй. Велика. Дай лучше пройти, чувак. Ты нас, по-моему, везде преследуешь. Ну, по-моему, все, тут больше ничего нету. С тобой мы пообщаться не можем? А можно тебя прыгнуть? Просто впечатляет. Да, меня тоже впечатляет это. Хорошо, побежали дальше. Так, по-моему, я где-то еще один камень видел, или, может, я ошибаюсь. По-моему, где-то вот в этом районе. Да, вот как раз перчик мы видим. И вот туда надо бежать. Посмотрим, что мы откроем в этой зоне. Мото-мото, здравствуй, ты снова тут? Великолепно. С большой, чувак. Так, я думаю, что мы тут еще можем найти тогда в таком случае. Давайте подумаем логическим путем, что нам необходимо сделать еще. О, смотрите, кусачки. Мы помним эти кусачки? С ума сойти, кусачки. Надо скорее отнести их пингвинам, пока они не психанули. Отлично, ребята, мы с вами все-таки смогли найти кусачки, и мы сможем двигаться дальше по сюжету. Но прежде чем это сделать, я предлагаю пробежать еще в одно место, там есть у нас... хотя, погодите-ка, я насколько помню... Да, наверное, пошлите, отнесем кусачки нашим пингвинам и насладимся уже с продолжением нашего геймплея. Посмотрим, что у нас дальше будет. Оп. Ускорение. Ну, поплаваем зато под водой. Бульк. Дальность наших выстрелов не такая далекая, но она нам не нужна. Дальность. Слоники. Опля. Тут, кстати, ребята, есть карта, на которой можно посмотреть выход на карту, если нажать, что есть в этой игре и что не закончено еще. Но пока мы давайте сюда. Фантастика! Вы нашли кусачки! Вы слышали, парни? Всем кусать ограду! Встречаемся на той стороне! Так, народ, чтобы взлететь, нам надо добыть детали. Добыть, в смысле, украсть! Бабах! Только не сейчас. Ковальский, докладывай. Да, сэр. К востоку от нас замечен неисправный транспорт. Брависсимо! Молодец, Ковальский. Внедряемся и забираем детали. Отойдите. Я расчищу путь. Ха-ха! Впрочем, прапор, лучше ты иди первым. Есть, шкипер! Ну что, пошлите немножко расчищать путь. Для борьбы с ящерицами используй кнопки атаки или особого действия. Думаю, на каждую хватит по два удара. Скольжение, удар. Ну, и... А, мне необходимо их все-таки перебить, я насколько понимаю. И это важно. Мне кажется, не заново заспавнится почему-то. Ну, в любом случае, мы попрактиковались, и это очень хорошо. Опа. Ну, можно было их и не бить, в принципе, и так все проходится нормально. В жизни не видел столько враждебных рептилий в мирное время. Нажми кнопку действия, чтобы вызвать подкрепление. Кнопку действия? А кнопка действия, это какая кнопка, скажите мне, пожалуйста? Действие, ну ладно, они сами как бы... Прекрасный образец командной работы при уничтожении ящериц. Но твоя миссия еще не закончена. Найди способ перебраться через ту изгородь. Идти первым значит сражаться за весь отряд. Так что вперед! Оп, все, нашли способ. Наконец-то, вот что мы хотим украсть. В смысле, одолжить. Охранники настроены серьезно. Этот парень считает, что он самый крутой. Но на склонах мы непобедимы. Хорошая идея, ящерица. Если вам покажется, что вас вот-вот схватят, сигайте за камни или за то бревно. Удачи, она вам пригодится. Понятно, можно прятаться, но и... Я думаю, можно еще немножко их атаковать, чтобы особо не париться в плане. Оп, привет, парень. Мы там ничего не пропустили в этой части? Нет.
все в порядке, едем дальше. Смотрите, наш парень снова встал. Интересно, он упадет с первого раза? Да, ему достаточно два удара нанести. Три, шесть. И осталось два предмета, да, для полной коллекции. Так, и где-то мы один предмет все-таки пропустили. Мне кажется, придется возвращаться обратно. Или нет, все в порядке. Опять охранники, и они нас видят. Надо их ликвидировать быстро. Так, стрельба, буковка А. Достаточно легко. Надо вот по второму попадать немножко сложнее, когда он уже ложится, потому что... Либо там таймингу просто надо еще подгадывать. Шел. Готово. Ты заслужил свои наживки, Рико. А теперь возвращаемся в центр. Есть! Ой, я пропустил какую-то доставочку там, извините, ребята. Случайно. Нам необходимо сейчас собрать будет все предметы, это именно 10 объектов каких-то. А, путем... Ну, здесь, наверное. Ой, успокойся, парень. Мячик нужен нам? Мячик нам тоже необходим. Так, запрыгнем наверх, посмотрим, что нас здесь можем найти. Ой, мы упали. Извини, чувак, я не специально. Я просто упал туда. Молоточек! Ну, точнее говоря, это кувалда больше был. Нет, там было какое-то название написано, но я не прочитал. Веревочка. Интересно, забраться мы на вот эти сундуки можем? Нет, по-моему, нет, не можем. А с этого ящика тоже не можем. Ну, тогда возьмем просто эту монетку и пойдем дальше. Так, а пойти-то дальше мы так просто и не можем. Нам необходимо все равно забираться здесь, здесь и идти сюда. Так, мы видим, куда нам необходимо дальше идти. Там у нас есть парочку еще. Опля. Ой, извини, парень, я не хотел, вот честно. Как-то оно само получилось. Бульк, сюда. Кроссовочек. И нам осталось всего ничего, это буквально парочку предметов натаскать. Все, по-моему, это последний предмет, если я не ошибаюсь. Странное местечко. Разбудите меня, когда оно станет еще страннее. Хорошо, разбудим тебя обязательно, как он станет еще более странным, но пока мы продолжаем двигаться дальше. Видите? Мы все смеялись, когда Рико проглотил открывашку, но теперь она нам пригодится! Рико! Вы только гляньте, сколько тут всякой всячины! Конечно, вещички не первого сорта, но для самолета сгодятся! За работу, парни! Загружайте машины. Я буду через пару минут. Пару минут. Плюс-минус пару минут. Опа. Возможно, нам придется прервать задание. Если этот парень сюда зайдет, нам каюк. Шкипер, я могу использовать навыки рыболова. Попробуй. Мы все верим в тебя. Надеюсь, ты понимаешь важность момента. Теперь да. Прицелься
двигаемся с помощью обычных кнопок движения. Забрось блесну кнопкой прыжка, а потом отпусти ее, чтобы смотать обратно. Там много чего плавает, прапор. Ты лови только то, что я тебе скажу. Молодец. Хорошая работа, салага. Вот это другое дело. Отлично! По-моему, очень хорошо справляемся с этой задачей. А знаете, что причиной? Потому что у меня уже раза три, по-моему, игра успела залагать, и я третий раз перезапускаю уже. Я примерно до этого момента доходил, у меня постоянно игрушка так вылетала в это мгновение. Собачья галета, да? Любопытно. Мы просто пока быстренько тут просмотрим, что тут есть. Вот она. Стейк, класс. И вот то, что нам нужно было. Эй, это ты тут натворил? И не смотри на меня так. За это ты отправишься в будку, приятель. Ладно, порядок я потом наведу. Вы там еще не закончили? Отлично, запри собаку. Так, хорошо, дальше нам необходимы ключи. Так, для начала вот эту штуку, как мы видим. Ключи могут быть где-нибудь здесь, а? Ну, здесь трусы у нас есть. Неплохо, боец. Благодаря тебе и четвероногие вовремя вернутся в нее. Ай, закройся. Ключи отлично у нас есть. Нам необходимо вот эта карандашница. Ой, это не карандаш, это зонница, я бы сказал бы. И небольшая карта. Карту мы, наверное, где-нибудь. Во, вот тут, наверное. Она просто светилась немного, видите, она немножко выделяется на фоне. Отлично, прапор. Продолжай в том же духе и получишь повышение, которое я тебе столько лет зажимаю. Ё-моё, сперва нам надо избавиться от охранников. И вот как мы это сделаем. Видишь того крокодила? Вымани его из логова, и тут начнется потеха. Только сам смотри, не свались. Это будет досадно. Есть, шкипер! Так, схватить. Несколько камней на противовес, и тогда откроется клетка. По-моему, они сами долетают, так что особо париться не нужно. Там вряд ли получится. Получится перекинуть или не докинуть. Бросить! Хватит три? Достаточно. Оу! Оседлали мы с вами крокодила, это прикольно. Кантри, ребята! Все, и последний. А ну идет. Ну, вроде бы все, мы всех напугали, сейчас он убежит. Так, с этим миссией мы закончили. Осталось, наверное, вот идет собрать предметы. Да. 4 из 9. Также монетки не забываем. Тебе эти четвероногие, возможно, еще вернутся в Нью-Йорк. Просто класс, парни. Эти грузовики доверху набиты добром. Осталось их угнать, и все будет чики-пики. Я думаю, мы не будем особо по стелсу ходить, давайте просто их всех как дружненько обезвредим. Так будет интереснее, мне кажется. Или нельзя?
Не, так нельзя, необходимо поверху идти, значит. Окей. Гайс. Ну, значит, мы будем забираться здесь и доберемся спокойненько, не спеша. До необходимой нами цели. Опля. О, можно туда еще пойти, классно. Не, там стеночка, к сожалению, ребят. Я бы хотел сходить туда. Так. Вот есть какая-то кнопка, которая мне камеру центрирует. По фейсу, так скажем. И достаточно удобно. По-моему, мы сперли грузовик. Доложи о повреждениях машины. По мне, так никаких проблем. Приделаем эти колеса, и можно ехать с песней. Отлично! Значит, вперед и с песней. Ой-ой, мы рискуем нарваться на проблемы с тем глупым охранником. В общем, прапор, расклад такой. Мы с Рико займемся этим парнем, а ты показывай нам, куда кидать банки с газировкой. Как я это сделаю, шкипер? Двигай курсором, чтобы прицелиться. А когда будешь готов метнуть банку, жми кнопку действия. Справишься, салага, или подведешь весь отряд? Обстреляй охранника банками с газировкой. Да, думаю, мы справимся. Тут ничего сложного я не вижу. Газировочка. Без покрышек мы далеко не уедем. Защищайте их любой ценой. Такой залп. Оп, пошел отсюда. Нам всего 10 охранников необходимо обезвредить, это достаточно будет несложно так было. А, безумие газировки. Бык-бык-бык. Ну-ка, с одного. Еее. 100% попадание, давай. Оу, е. И в тебя. Есть. Попал! Первая шина есть, сэр! Меньше чем за 10 секунд, как плиты. В смысле, по времени, а не шины. Отлично! Осталось еще 3. Молодец. Этим противникам одного попадания мало. Надо продолжать обстрел. Вот эти надо двойное попадание сделать этим ребятам. Ой-ой-ой, куда потащил он шину? Его шина! Остановите его, парни! Ну, кстати, на этот раз нам необходимо не 10 остановить, а 20 целых вот этих ребят. Я буду, думаю, немножко поинтереснее. Если в следующий раз 30, а потом 40 будет, это будет нечто. Хотя, мне кажется, они просто добавят новых, более сложных еще соперников, добавляют с каждым заходом. Бульк, и остался один всего. Давай, хедшот. Это сладкое слово «свобода». Опять эта псина, она гонится за Ковальски. Бобик. Готово. Сколько нам необходимо дать? 24, ребят, на этот раз. И у нас еще на одного соперника стало, ну, сложнее стало. На 4 собачки больше, скажем. Так. Ну, кстати, сейчас проверим эту теорию. То есть именно на 4 собачки стало больше. Это 2, 3, вот это уже третья собака, получается, если я не сбился со счета. О, не тащи, не тащи, не тащи, чувак, полегче. Еще четвертая собака должна быть сейчас. Нет, не было. Машина была, но я ее пропустил. И осталось четвертое колесико. Сколько нам надо? 28, наверное. 30. Ого. Что-то как-то резко увеличили на 6, то на 4 увеличили, то сейчас на 6. Ну, зато не добавили нового мегаболса, которого надо обезвреживать.
Интересно, ребята, вы играли когда-нибудь в игру «Чудики»? Игра на компьютерах, чтобы, знаете, учиться пользоваться там клавиатурой и мышкой там быстрее кликать. Достаточно интересно, я сейчас вот вспоминаю эту игру, когда там, по-моему, еще в школе на уроке информатики мы в эту игру играли, чтобы там быстрее научиться печатать. Интересный момент. Парни, у нас 3 секунды, чтобы вспомнить, как водить машину и догнать эти грузовики. Ворота! Держитесь крепче! Отлично! Ты знаешь, что делать дальше. Что? Преследуй колонну! Ну что, ребята, на этом моменте я хочу сказать то, что спасибо за просмотр. С вами был Лит. Увидимся с вами уже в следующей серии. Ну, а эту серию мы уже будем заканчивать, ребят. Так что увидимся в следующей серии. Вам хорошего настроения и пока-пока. Всего вам наилучшего.